Приветствую вас, коллега. На связи Вячеслав Опилкин. Хочу вас поздравить с тем, что вы скачали мой мегакомплект для сбора подписчиков. И теперь давайте приступим к его настройке. Итак, что у нас вошло в наш комплект? То есть вы получили вот такую вот папочку с файлами. Здесь есть папка для загрузки наших страниц. Есть папка данными для рассылки, потом папочка с настройками наших страниц, которые нам нужно будет загрузить на ваш хостинг, программы для работы, то есть здесь программа для настройки страницы, программа для загрузки страницы на сервер, ну и простенькая программа для редактирования текста HTML загруженных страниц. Идем дальше. В комплекте также я добавил рекламные материалы, которые вам помогут для размещения баннерной рекламы, для размещения писем в рассылке и для размещения статей на блоге. То есть, если у вас есть свой блог, вы можете разместить статью рекламную и рекламировать данный комплект. Дальше. У нас есть серия писем в рассылку, которые мы с вами настроим и которые будут продавать уже платный продукт, о котором я расскажу вам позже. Так, ну и спецотчет мегастраницы захвата, который поможет вам понять, как нужно настраивать вообще подписные страницы, чтобы они привлекали как можно больше внимания и конвертировали ваших посетителей в подписчиков. Так, ну и первое, что вам нужно будет сделать, это открыть вот этот вот документ. Здесь все условия для распространения продукта. То есть все настройки, которые вам нужно сделать, если у вас еще этого не сделано. То есть все вот эти шаги нужно вам пройти обязательно. То есть все, после настройки вот этого можно будет переходить к изучению данной видеоинструкции. Итак, поехали. Заходим в наш аккаунт на JustClick и нажимаем вкладочку группы подписчиков. Так, если вы только зашли, то здесь у вас групп практически никаких нет. Нажимаем на вкладку новая группа. Так, данные для этой группы я уже подготовил. И их можно найти в папке «Данные для рассылки». Открываем документ «Готовый текст для рассылки» и начинаем копировать текст. Первый идентификатор. Назовем его «Мегапейдж». Вставляем сюда название. Копируем мегакомплект для сбора подписчиков. Вставляем его в это поле. И письмо активации. То есть копируем вот этот вот текст. Закрыть. И вставляем в это поле. Все, все данные у нас готовы. Теперь письмо, которое придет на почту подписчику, будет содержать все вот эти вот данные. Все, нажимаем кнопочку «Сохранить». Все, наша группа готова. Вот, она здесь отобразилась. Мегапейдж. Пока здесь нет никаких подписчиков. Все, теперь нам нужно добавить в эту группу письма. Открываем вкладку «Автоматическая». Нажимаем «Добавить письмо». Выбираем группу Мегапейдж. Все, и первое письмо мы можем уже добавить. Итак, письма мы можем взять в нашем комплекте. Они уже полностью готовы и сделаны в HTML формате. То есть вам практически ничего не нужно редактировать, кроме ссылок, находящихся в них. Открываем папку «Серия писем в рассылку». Открываем письмо номер 1.
Так, и здесь нужно скопировать вот этот вот HTML-код. Копируем код. Нажимаем кнопочку «Источник». Выделяем. И вставляем наше готовое письмо. Все, письмо добавлено. Теперь копируем тему письма. Все, можно это закрыть. Тему письма вставляем вот в это поле. Вот, и настраиваем, через какое время придет письмо подписчику. Я ставлю 0 минут, чтобы письмо пришло мгновенно после подписки. Итак, в этом письме нам нужно заменить будет 3 ссылки. То есть скачать комплект. Жми сюда, оставь проблемы в прошлом и прекратить терять деньги. Так, ну также заменить мое имя на ваше имя. То есть вот эти вот два имени нужно заменить на ваше. Так, где взять ссылки? То есть вы должны были зарегистрироваться в моей партнерской программе. Вот, и зайти в свой аккаунт партнера. Итак, ссылки здесь находятся в разделе «Ваши ссылки». Нажимаю на кнопочку. Вот, и все ссылки для рекламы мегакомплекта для сбора подписчиков. Так, теперь для того, чтобы человек, который перешел по ссылке с доступом на скачивание материалов, мы берем вот эту первую ссылочку. Страница для скачивания мегакомплекта для сбора подписчиков. Копируем ее, нажимаем сюда, ставить ссылку и вставляете уже свою партнерскую ссылку для того, чтобы человек, который перешел по этой ссылке, скачал комплект и с помощью куки, которые встроены в партнерскую программу, уже был закреплен за вами. Если в дальнейшем он приобретет платный продукт, то есть комиссионный, получите вы уже в размере 50% от стоимости, приобретенной этим клиентом. Все, эту ссылку поменяли. Нажимаем на эту ссылочку. Это точно такая же ссылка. Вставляем ее. Нажимаем ОК. Так, и прекратить терять деньги. Это уже вторая ссылка. Ссылка на продажник, на готовый бизнес, реклама в рассылке и быстрые клиенты. То есть вот так вот выглядит сам продажник, человек, который зайдет сюда, прочитает всю информацию, дойдет до конца страницы, и в конце будет предложение купить два варианта этого продукта. То есть есть вариант книга, реклама в рассылке, быстрые клиенты, плюс премиум тренинг, взрывное увеличение продаж. И вариант бизнес на книге. То есть вы, в принципе, можете тоже приобрести этот вариант и уже настраивать этот комплект со своими ссылками. Так, накрываем страничку. Копируем ссылку «Готовый бизнес». И вставляем ее сюда. Окей. Все, первое письмо у нас готово. Теперь нажимаем сохранить. Все, отлично, письмо появилось. Теперь добавляем следующее письмо. Выбираем нашу группу. Оно автоматически уже становится вторым. Открываем папочку «Серия писем», берем письмо номер 2, копируем тему, вставляем в это поле,
и копируем HTML-код. Нам источник, выделить все и вставить. Снова источник, все, письмо готово. Все, здесь у нас идет ссылка на платный продукт. То есть также берем вот эту вот ссылочку, копируем ее и вставляем вот в это поле. Все, письмо можно сохранить. Теперь у вас появилось второе письмо. Так, идем дальше. Загружаем письмо номер 3. Так, здесь будет подарок для наших подписчиков. Два мощных шаблона страниц и быстрый результат. Нажимаем «Добавить письмо», выбираем нашу группу, вставляем тему, копируем HTML-код, нажимаем «Источник», все. Письмо почти готово. Так, теперь нам нужно взять нашу ссылку. То есть ссылка будет называться «Страница для скачивания шаблона двух подписных страниц». То есть вот она. Это будет вот такая страничка. То есть здесь будут стоять кнопки социальных сетей. И человек, чтобы получить эту информацию, нажмет на кнопочку социальных сетей, и ему откроется вот такая вот ссылка на скачивание этих подписных страниц. Все, мы вставляем сюда нашу ссылку. Так, и в конце письма вставляем снова ссылку на платный продукт. Копируем ссылочку, и нажимаем сохранить. Все, остальные письма мы делаем по этой же аналогии. Третье письмо будет с подарком на шаблоны трех продающих страниц. Здесь вот такой вот замочек стоит социальный. То есть человек кликнет на одну из кнопочек и получит бесплатно три шаблона продающих страниц. Все, наша серия писем в принципе уже готова. Здесь у вас будет 6 писем. Вот, и теперь нам нужно перейти к созданию формы подписки. Переходим во вкладку группы подписчиков, нажимаем генератор формы, все, и нажимаем добавить. Здесь нам нужно выбрать нашу рассылку, на которую мы будем собирать наших подписчиков. Так, нажимаем вкладочку «Дополнительные поля». Здесь можно убрать вот этот идентификатор. То есть наша форма будет выглядеть вот так вот. Надо будет оставить только свой email. Все, и здесь нужно будет нам поменять кнопочку. Нажимаем сюда. Так, в комплекте я уже добавил тоже готовую кнопку. Мы нажимаем «Загрузить». Так, находим нашу папку.
Так, данные для рассылки. И вот она наша кнопка. Button PNG. Нажимаем открыть. Убираем эту кнопку. Все, наша рассылка практически готова. Так. Здесь мы ничего не вставляем. Это будем делать позже. И теперь нам нужно будет сохранить эту рассылку. Назовем ее MegaPage. И нажмем кнопочку «Сохранить». В дальнейшем мы просто можем сюда зайти, взять код нашей формы и вставить ее на нашу страничку. То есть вот она будет выглядеть вот так вот. Итак, теперь нам нужно будет настроить вот этот вот таймер. То есть в комплекте я сделал два варианта. Есть вариант без таймера, есть вариант с таймером. То есть таймер нас будет переадресовывать на вот эту страницу. Если человек не успеет купить комплект, то он попадет на эту страницу и должен будет уже купить его за 250 рублей. Вот вы вставите свои партнерские ссылки и будете получать 50% с продаж комплекта. Итак, если вы приобрели Pro Timer, который я вам порекомендовал в файле с настройками, вот, вам нужно зайти в свой аккаунт Pro Timer и здесь создать новый таймер. То есть я таймер уже создал и сейчас покажу, как его нужно настроить. То есть мой таймер называется Мега страница захвата. Нажимаем на него. То есть вот сам таймер. Мы выбрали, что он начинает работать, начиная с посещения нашей страницы. То есть когда первый раз человек открыл нашу страницу, таймер включился. Так, здесь ставим 30 минут. Идем дальше. Выбираем любой из понравившихся вам вариантов. Я выбрал такой вот желтенький. Здесь можно настроить его цвет, цвет надписей и размер. Средний, большой, ну, нам нужно, чтобы был маленький. Вот, и что он должен изменять. То есть он должен изменять страницу. Здесь вы создадите свою страницу. Как это я вам потом расскажу сделать. Вам здесь нужно поменять только название вашего сайта. То есть эти папки мы менять не будем. Они также будут у вас размещены на вашем сервере. Все, когда вы все это сделаете, нажимаете сохранить и вставить на сайт. То есть вот этот вот код вам нужно будет вставить уже в редакторе страниц. Все, теперь у нас все готово для того, чтобы начать редактировать нашу страницу подписки. Так, переходим в папку «Новая страница захвата», «Страница с таймером», и вы должны были установить программу WebBuilder. Нажимаем два раза на эту вкладочку, и у нас открывается наша программа. Все, программа открылась. Теперь нам нужно поменять мои данные на ваши. То есть первое, что будем менять, это код нашей подписной формы. Нажимаем два раза на это окошко. Вот, вот наша форма подписки. Открываем JustClick. Открываем нашу форму. И копируем вот этот вот код. Нажимаем Ctrl-C. И вставляем после тега TD до тега div. Заменяем нашу форму. Ctrl-V. Все.
все окей. Все, наша форма поменялась. Теперь меняем счетчик. Чтобы нам поменять счетчик, заходим в вкладку «Страница», исходник страницы, и вставляем наш между тегами head. Копируем вот этот вот код. Выделяем, нажимаем Ctrl-V. Вставляем наш код сюда. Окей. Так, теперь нам нужно поменять копирайт. То есть здесь вы можете поставить свое имя, фамилию. Поменять вот это название. То есть здесь это вы можете делать как вам будет угодно. Так, и я добавил еще свои кнопочки. Вот здесь вы их можете, в принципе, тоже убрать. Можете заменить на свои ссылки. То есть здесь политика конфиденциальности. Это можно и оставить. Можно поставить ссылку на свои контакты. Так, и можно поставить ссылку на свою партнерскую программу. Если у вас нет партнерской программы, можно, в принципе, взять и данные из моей партнерской программы. Вот, и привлекать партнеров уже второго уровня. То есть вот у нас ссылочка, с описанием моего, ну, для привлечения партнеров второго уровня. То есть копируйте эту ссылку. И вставляете ее вот сюда. Все, нажимаем ОК. Все, теперь мы можем просмотреть нашу страницу. Посмотреть ссылки. То есть здесь уже будет ваша ссылка, ваши данные, контакты. Все, и ваш счетчик. И ваша форма подписки. Теперь нам осталось добавить еще нашу кнопочку счетчик, которая будет считать статистику переходов по нашей странице. В дополнительном файле я вам дал настройки, как зарегистрироваться и получить счетчик от Яндекс.Метрики. То есть вы можете его ставить вместо вот этого кода. И уже будете потом в своем аккаунте смотреть, откуда идут посетители на вашу страницу, и считать эффективность вашей рекламной кампании, которую вы запустите на подписную страницу. Все, наша страница готова. Теперь мы можем ее загрузить в папку. Нажимаем «Добавить». Здесь убираем и ищем папку с нашим комплектом. Выбираем MegaPage. Я уже создал для вас эту папку. То есть это будет главная папка. Мы выбираем MegaPage. Нажимаем ОК. И нажимаем кнопочку «Публикация». Все. Окей. Теперь наша страница готова. Теперь переходим к странице с кнопкой оплаты. Нажимаем «Да». Открывается еще один редактор. Так, и здесь нам нужно будет поменять только вот это вот поле. Так, вот эту вот ссылку. Так, ссылку мы берем из вашего партнерского аккаунта. Ссылка на страницу оплаты мегакомплекта для сбора подписчиков. Копируем вот эту вот ссылку. Нажимаем ОК.
Все, теперь это будет ваша партнерская ссылка. Ну, здесь вы также можете поменять свои копирайты, добавить счетчик. И теперь нажимаем публикация. Кнопочка добавить. Ищем нашу папку с комплектом. Мега Пейдж. И кнопочка Pay. Нажимаем ОК. ОК. И публикация. Все, наша страница готова. Так, и третья страница. Это будет страница, которую получит подписчик после подписки на вашу рассылку. Папка страницы после подписки. Открываем этот файлик. Да. Все, у вас будет вот такая страница, которая по шагам расскажет вашему подписчику, что нужно делать после подписки. Здесь вам нужно будет поменять вот этот вот email на свой email, также поменять мои копирайты на свои и поставить счетчик. Все, больше здесь, в принципе, менять ничего не нужно. Здесь есть готовая инструкция. Если у людей попадают письма ваши в спам, то они могут настроить свои почтовые ящики, чтобы ваши письма не попадали в спам. Так, теперь у нас все готово. Теперь нажимаем публикация. Добавить. Открываем нашу папку. И папочка будет называться Confirm. Окей. Окей. Публикация. Все, теперь наши страницы готовы. Теперь мы можем их загрузить на ваш сервер. Итак, для того, чтобы загрузить ваш файл на сервер, мы будем использовать программу FileZilla. Она у меня уже открыта, запущена. То есть вам необходимо здесь будет ввести свой хост, имя пользователя и пароль. То есть эти данные можно взять в вашем аккаунте. То есть ваш логин. FTP сервис сервера. Вот у меня Zeus бюджет. Пароль, который вы сами придумаете. Все, и эти все данные ввести вот в эту форму. Потом нажать быстрое соединение. То есть вы подключитесь к своему сайту. И увидите уже. То есть, если у вас какие-то папки есть, увидите, что здесь уже какие-то папки существуют. Вот, нам надо будет добавить сюда наш готовый сайт. То есть у меня он уже есть. Это Mega Page. Папка Confirm. Папка Pay. И вот основная информация по странице подписки. То есть открываем нашу папочку с комплектом. Вот, и здесь вот папка Mega Page, в которой находятся все эти файлы. Вот. Вам нужно просто перетащить эту папку в корневой каталог вашего сайта, в паблик HTML. Все. Когда вы это сделаете, у вас получится вот такие вот три страницы. То есть первая будет страница подписки с счетчиком, который вы можете, в принципе, у себя уже сбрасывать. Страница после того, как сработает счетчик переадресации с кнопочкой купить и с вашей партнерской ссылкой, и страница после подписки, которую получит подписчик, и настроит свой почтовый ящик, чтобы получать ваши письма.
Итак, теперь нам нужно настроить ваш сервер рассылки, чтобы подписчик получал именно вот эту страницу. Так, это делается очень просто. Заходим в настройки, рассылки. Вот, и сюда вы можете уже внести все ваши данные. Сюда можно ввести свой email. Вот. Сюда можно будет вот именно ввести URL после подписки. То есть открываете вот эту страницу, копируете вот этот адрес, вставляете URL после подписки. Вот здесь же можно добавить URL после активации. Но если у вас такой страницы нет, можно это поле оставить пустым в JustClick. Они созданы автоматически. Вот, если вы хотите, чтобы ваш подписчик перешел обратно на вашу страницу после отписки и, возможно, подписался на какую-то другую интересную информацию, сюда вы можете ввести свой адрес вашего блога или другой какой-то подписной страницы, которую подписчик получит после отписки. Все, после этого сохраняем. Изменения сохранены. И теперь настроим ваш профиль. Вот здесь вы должны указать, то есть уже URL вашего сайта, ваше имя, телефон, страна, город, улица и дом. То есть это нужно для почтовых сервисов, чтобы они же более лояльно относились к вам, что вы не просто какой-то бот, а имеете, то есть, свой полный адрес, телефон, по которому с вами может связаться подписчик, или почтовый сервис для решения каких-то либо вопросов или проблем с вашей рассылкой. Все, теперь у вас все готово. Нажимаем сохранить. Теперь можем протестировать нашу страницу. То есть здесь вводите свой email, нажимаете забрать все бесплатно. Все, видите, мне пришла вот такая страница. То есть у вас будет происходить то же самое. Заходите в свой почтовый ящик. Обновляем наш аккаунт. Так, вот пришло нам письмо. Открываем его. Все, готовое письмо. Приветствую вас, Вячеслав. Ваши данные и ссылочка на скачать комплект. Все, можете проверить все вот эти вот ссылочки. Они должны быть именно ваши, потому что вы их туда вставили. Все, теперь у нас все работает. Можно подождать, пока пройдет вот это время, и проверить, что у нас сработал таймер и отправил нас на вот эту вот страницу. Все, теперь наш комплект настроен, и самое главное теперь начать привлекать на него трафик. То есть я в этом комплекте добавил еще и рекламные материалы, которые вы можете воспользоваться для привлечения клиентов, подписчиков. То есть людей, которые будут уже подписываться на вашу страницу подписки. Так, эти файлики можно будет скачать вот в самом конце инструкции по настройке. То есть вот ссылка FreeInfoPro URL реклама free. Вот, и что вошло в этот комплект. То есть здесь будут материалы по рекламе в чужих рассылках. Здесь инструкция. Реклама в сервисе Odjo. Ну, эту рекламу я вам не советую. То есть трафик там такой пустой практически. То есть можно этим не пользоваться. Так, размещение баннеров. То есть здесь баннеры у вас есть в комплекте. И инструкция, как их размещать. Проверенные сервисы. То есть тут тоже сервисы, на которых можно размещать платную рекламу. Реклама в Одноклассниках.
Реклама в социальной сети «Мой мир». Бесплатные методы рекламы. Реклама ВКонтакте. И самое главное, здесь есть несколько файлов с авторами рассылок, которые вы можете связаться и попросить у них уже либо устроить взаимопиар, либо дать платную рекламу, то есть на что согласятся сами авторы, это вы уже как договоритесь с ними. То есть вот такой комплект, полностью готовый, настроенный, и теперь вы можете привлекать, я думаю, от 1000 подписчиков в месяц. Это в самом минимальном варианте. Вот такой вот мега комплект вы получили, и теперь можете начинать его рекламировать. Но самое главное, вы здесь будете получать не только подписчиков, но и продажи. Продажи, которые будут уже идти из серии писем. Желаю вам успехов и удачи во всех начинаниях. С вами был Вячеслав Опилкин. До скорых встреч!